Из-за ограничительных мер, введенных в связи с мировой эпидобстановкой, в зале заседания сегодня нет лишних людей. Присутствовать на сессии могли не больше 50 человек. Выступающие по отдельным вопросам ждали своего выхода в холле. Там же завершения сессии дождались представители СМИ. Так, сохраняя рабочую обстановку, представители власти соблюдают меры профилактики. Мы в точно таком же режиме, так сказать, мы ее проводим. У нас сессия состоится, если есть кворум. Поэтому нет, еще раз говорю, работа органов власти, она на этот период не прекращается. Профилактика коронавируса стала и одной из главных тем повестки, а именно выделение около 20 миллионов рублей из городского бюджета на закупку всех необходимых средств для дезинфекции образовательных учреждений города, а также на оплату работы сотрудникам, ведущим прием граждан дистанционно. Напомню, личные приемы и исходы граждан сейчас отменены. Это выделение средств образовательным учреждениям на приобретение оборудования расходных материалов по предупреждению распространения коронавируса, профилактические меры. И второе направление – это о выделении средств для того, чтобы организовать работу тех людей, которые будут вот в этот промежуток времени работать в сети интернет, в телефонном режиме работать с гражданами, потому что в настоящее время увеличилось количество обращений именно по этим каналам связи. Так как прием сейчас контактный, он не ведется, а ведется только письменное обращение, либо по сети интернет, либо в телефонном режиме. Также в ходе сессии депутаты поддержали предложение администрации города об увеличении выплат отдельным категориям граждан. Это касается более 600 человек. Неработающих пенсионеров, которые не могут рассчитывать на социальные выплаты по федеральным и краевым программам, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников Ленинграда. Депутаты также поддержали предложение мэрии о переносе Дня города. Сочинские депутаты обратятся с инициативой в ЗСК о внесении изменений в закон Краснодарского края о праздничном днях и памятных датах. Таким образом, День города перенесут с 21 ноября на последнюю субботу мая. В этом году Сочи будет отмечать свой праздник 30 мая. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.